Жития святых, святителя Дмитрия Ростовского. Все чтение в библиотеке LibriVox. Все чтение LibriVox – достояние всеобщее. А что хочете более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. В той же день – житие преподобного отца нашего Александра, обители неусыпающих первоначальника. Сей святый преподобный отец наш Александр – от осийских стран родом бяше. В Константинополь же юн сущи грамматического ради учения прииде и поучи се книжному разуму довольну и во внешней философии совершен бысть. Возможав же возрасту милетей, учени се во воинству и по времени бысть военачальник в полцех. Любяше же чести книги, и когда избыт участвуваше ему от внешних дел время, упражняше се в чтении божественного писания. Бяше бо муж житием честен, добродетелен, постоянен и бояйся Бога, целомудрием и воздържанием украшенни. Прочет же Ветхи и Новий Завет, углуби се умом в словесех евангельских, пречистими Христовими усты реченних сих. Аще хощеше совершен бъйти. Иди, продаш ти имение твое и даш нищим, и имети имаше сокровище на небеси. И греди вслед мене. Та словеса Христова во уме своим размышляя и несумненно тем веруя, нача продавати имение, яже имееше доволне и по достоинство са на своего и раздаяше нищим и скудним, положив непременно и намерени отврещи се мира и всех яже в мире, и бъйти Христов подражатель. Слышав же в Сирии кинови и бъйти святых мужей, их же житие славно бяше, возжелайте тамо. Отложив обосан свой и оставив други своя и дом, и рабы, и все житейское попечение, иди в Сирию. И прийде к единой киновии, в ней же бяше Ава преподобни Илия, и умоли того прияту бъйти в чин иночески в число братии. И причтен бъй в лико иночествующих, преживе в киновии той 4 лета, повелеваемая ему служба и неленостно проходя. И в постнических подвизях обучаясь я, и прилежа денонощным молитвам и книжному чтению, а наипаче получаше си разумение словес псалтирних, въже бъй ведати ему кое гож до стиха силу и о том изкусних вопрошаше и услаждаше се сърцем и умиляше се духом и моляше се прилежно к Богу да подасти му свъеше недоведомих в божественном писании тайн разумение, еже и получи от благодати Духа Святаго. Виде же во всех киновиях бъйвающите опищи и одежди братя много е и излишно е попечение, воспоминаше в себе словеса Христова во Евангелии, не пещи се о ясти и питии, и о одеянии, и утри и повелевающая, понеже птици, травы и селния лучи суть человеци. Я ще всех промисленик Бог птицей питает, и траву сельную одевает, коль ми паче работающих ему человеку в силе нест препитати и одеяти, искали бы и токмо прежде царствие Божие и правда его, а та вся готова приложите се им. В некое же время взем евангельскую, юже у себе имееше книгу, пойде к Аве Илии и глагола к нему. Отче, вся ли суть истинна и яже во Евангелии написана? Преподобни же Илия, необычно е това прошение слышав, удиви се и смути се. Мняше бо его неки им невери им от дявола бъйти прелещенна и ничтоже отвещавая ему на вопрошение го, седяше поник долу. Таже ко прилучившим се у него братьям рече, помолим се к Богу, братия, осем брате, в некия сети вражи овязшим. И в устав молитва дееше со слезами. Та же обращ се к Александру рече, брате, откуда тебе сей помисъл сумнителни прииде, еже не верите написаним во Светом Евангелии? Отвеща Александр, не неверую отче, но вопрошаю, истинна ли суть? Отвещаше братия, воистину истинна суть, и нест в них никакво вагуже сумнения. Рече к ним Александр, а ще истинна суть, то почто о них не совершаем? Рекоше братия, невъзможно ест человеку немощно изпълняти тех делом. Тогда Александр подвижи се духом и вменяе бъйти чтету прежнее свое житие, не в съвършенном словес евангельских изпълнений и прешедшее, чташе се идти в пустыню, да там удоб възможет он их преждереченных словес евангельских изпълнител бъйти. И изпросив благословение преподобного Илии, и братя оцелував, пойде возлагая се на Господа. Ничтоже с собою нося токму евангельскую книгу. И пребъйств в пустини 7 лет,
нікоїго ж і ми у земних попечення. Как уже бе промислом Божиим там упитаемый, после ждет предлежащего слова уразумеется. По совершении седмолетного в пустыне пребывания Александр преподобный уведов у некоем незело далече бывшим эллинских людей селений, в нем же все работах у бесом, кланяющиеся идолам с жертвами, разжеся ревностью по Бози и шед таму, зажже храм идольский. Еже увидевши населницы истекошися к горящему капищу, и обретоше при нем Александра. Не бежав у преподобни, но нарочно ждаше пришествия к нему елинов и не потеи пред ними дело своего. Вопрошающим бо зажжение храма исповеда рек, аз зажгох его. Униже той слышавши, устремише се на него убити его хотящи. Но Богу соблюдающу раба своего, друзей и убиению не се изволяху, ниже попускаху советующите го предати градскому суду. Егда мало от ярости окрутише се возва к ним святый глаголя. О мужие, сами уразумейте ваше заблуждение и познайте истину. Бежите сюда вечного, царство небесное вам возвещаю. И проповедаше им святый апостольски спасение слово. Они же ови и слушаху, другие же не внимаху, и ветше предаше его градскому суду. Беже градоначальник именем Равул, той словеса Божий от уст преподобного слышащи припираше се с ним о вере на долзе от книг своих елинских, и ще же и прещением ему много грузяше. Но видя его нравом кроткого, во ответах премудра и во всех словесах непреодоленна, не сотвори ему озлобление никаку вагу Богу, таку рабе своему строящу. Поем же его особи начакнемо глаголати. Рци им не истину, которую вы, християни, имате надежду, презирающе тако живот ваш. Преподобни же склабя се от веща. Нест тако, яко же глаголеши, не презираем живота нашего, но чтим се соблюстие го безсмертно вовеки. Той бо истина ест живот, еже жити вовеки, а еже жити временно, нест си е живот, но смерть. Сию бо временную смертную жизнь презираем будущее ради вечния безсмертния жизни. Писано бо ест нам. И же погубит душу свою в сем веце, в животе вечному обрящи тю. Глагола Равул. Где чаете вы быть и прешедши от жизни сия? Святый же на час сказывает ему о царстве небесном и о готованных праведным благих. Но Елин неверний вменяше яко басни глаголи мои ему, обаче хотя более словес свята го слушати, вопрошаше его о начале святые вери. Тогда преподобни, получая его богопознанию, еже к человеком Божию благоутробию, нача повествовать ему бывшие от создания мира Господня деяния, даже до креста и вольния смерти Христовой, воскресение же и на небеса со славою вознесения. И прибывши в той беседе день и нощ оба, ни пищи или питья вкусивши, ниже ко сну преклонившися. Бывши же слово о святом Илии пророци, како заключи небо словом и сведе молитвою огни на жертвы, коего огня жерци, валови от вала и прочих богов своих испросити невозмогоша. Равул то слыша. Смеяше се и глаголаше. Все тие ваши христианские басни лжасуть. Советую же тебе полезное. Принеси нашим богом жертвы и купну с нами. Они же суще благоутробни простят тебе тое же в неведении сотворили си им озлобление сужек храмих. Глагола святый. А ще поистине бози суть тие, их же богами нарицаеши, то почти в одни или ини жерцом их весь ден к ним вопиющим не послушаше моление их, не сведоше огня с небесе на жертвой. Раб же Божий Илья, един токмо бъисти единою помоли се ко единому нашему на небесех живущему Богу, и абия паде с небесе огън, и пожжене токмо дрова и жертвой, но и воду, и камени, и перст полиза. Еще же потом и на двух пятидесятников яти пророка хотевших паде огън свыше и поже оние с войны их. На сие Равул вельми восмеявся рече, а ще то истина есть, и тъй обо нарица и се бъйте раб Бога твоего, сотвори так ужде. Се зримо есть пред нами множество рогозия, их врастия лежащие. Помоли се обо к Богу твоему, яко же и Илия, да снидет с небесе огън и пожет то. Тогда и аз реку, яко не стена го Бога, кроме Бога християнского. Глагола ему святый. Помоли се тъй первый к Богом твоим, да сотворят сие. Отвеща Равул. Не имам аз таковые силы, ни дерзновения к Богом моим, но тъй к твоему Богу помоли се.
Тогда Александър Святий помилосва веса евангелския, вся възможна верующ му, в уста на молитва несумненную верою на Бога уповая. Егда воздев руци свои нача молите ся, абие паде огън с небесе на рогозини и хврастие, и пожже оно е пред лице мих. То видя Равул, велика го ужаса изпълни се и бояше се да не падете на него огън и пожете го, яко же при Илии петдесятников. И возва гласом велием глаголя. Воистину велик Бог християнский, и хотяше то чудо проповедати в народи. Но святей великим запрещением запрети ему да никому же поведе, и умолча Равул не поведе и тая в себе, да не лежи преподобни Александър в живых бе. Поблажени же кончине его, изповеда оно и чудо пред епископа и монахи. Богом засвидетелствуя и истинно бе свидетелство его. Мъй же на прежнее повествование възвратим ся. Равул градоначалник по чудесителм ужасном прибъйство святым Александром в купе едино седмицу, от словеси го богодухновенних ясно му таинств святе вери и познанию получая ся, и на правый путь спасения наставляя ся. Таже моляже с хрещением святым просвещен бъйти, уже бы и пресветлый праздник Пасхи приближи ся. Ненавидя же спасение человеческого дьявол, хотя новоуверяемо му сотворите препятствие и вложи ему мысль, еже бы и не в граде прияти святое крещение, но в некое за три поприща от града от стоящей церкви, и идоша таму, последствующи мим от народа многим с женами и детьми. Егда же приидоша в церкви оной, обретоша таму некую девицу вельми беснующую ся, и ужас ся Равул рече. Не хощу бъйти християнин, себо сию девицу казнят Бози, яко християнскую прия веру. Бою се обо да не имне тожде сотвориця. То рек, отейди от церкви вспят, хотя возвратите ся. Святий же постиг его удържа глаголя. Почто козн ми вражи ми прельщаеше ся. Девица бота за своя грехи Божиим попущением приемлет наказание. Понеже осветивши се служити Богу в девической чистоте, не сохрани обещание своего. И того ради страждет беснование, предана сущи сатане да духе я спасеция. А яко то истина ест, не прошу да моим словесам имеш и веру, но сам шед, слыши словеса от устия изходящая. Шед убора вулк, беснующий се, слыша оную велегласно изповедающую грехопадение своя, их же ради попусти се от Бога в нити вню сатане и мучите оную. То слыша фравул, отложи сумнение и просяше крещение святаго. Крещу се же ему, и от святея купели изшечу, одежда его белая, я же по обычаю християнскому к святому крещению бе ему уготована, обрете се вся от верха до низу кресты на себе червленным шаром, аки киноварем написаны ему штая. И все удивише се чудеситому, и моляху с ними пришечи и таму мужи и жены и да крещени будут. Святей же Александр, хотя известите се аще по истине во Христа верую от глагола к ним. Подобает первое делом явите веру. Идем ныне во град, яще кто имет в дому своим идолы, да изнесет посреди града и своими руками да сокрушит их на части, и потом крещение да приимет. Я бие все слове сам тем се изволиша. И шече изнесоше из домов своих идолов множество многое, и сокрушише их среди града, и так весь град он и просвети се святым крещением, и пребываше с ним преподобни некое время, утверждая их в святей вере. Видев же их добре во благочестие утвърдившихся и благодарение Богу воздающих, рече Кравулу, и кой не им неки им словеса сия. Доселе млеком питаеми бъйсте, прочее подобает вам твърдейши и пищи приобщите сия. Аз ще обо кто от вас в християнстим житие хощет совершен бъйти, да послушает словес Христа глаголюща го. Продадите имения, раздадите нищо им и имете будете сокровище на небесех. Не пецайте се же и утре, но Царствие Божие ищите, а Отец Небесни вся потребна е даст. Вест Бо, че со требуете. Равул же ся слышав рече, не могу аз таков совершен християнин бъйти, а ще бо вся продам и раздам, то кто множество домашних моих препитает, и како могут без попечения приложити се комута, я же суть и житию потребна. А ще же ми усем уверите хощеши, покажи мне самим делом, все поне един ден тъй препитай мене и вез дом мой без всякого попечения. Но вем, яко не можеш и нищ сей, ни себе едино му пищи на един ден имеяй. И аще в ограде се го сотворите невъзможеше,
то що сотвориш і в пустині, аж ти вся уставивши за тобою пойдем? Святий же, велі імея на Бога упування, рече дерзновенно, поймі домашнє твоя, і ліка хоштеші, і ще же і другі твоя їх живесі, возьми з собою, і веди во весь день в ню живесі, далекою от людей пустиню, і мне с вами сушту. Да не возьме же з собою ніхто же ні малейшого укруха хлеба, ні же іные, какі снеді. Я ж те Бог не напитает вас, як уже древлі ізраїльтян в пустині, то ні моїм глаголом прочее будете верувати. І соизволі тому равол. І бивши утро в уста рану, і поят множество з собою от домашніх і от другов, і йде в некою непроходною пустиню, імея з собою преподобного Олександра, яго же словес збиті, хотяше в самому видіти делі. Ще чи живе з день, і уже єдино на десятому часу бившу, сташе негде між двох гор, ні откуду к себе, як у виясті з'їлі следи імевших, і нача Олександр святий по обичаю своєму вечерніє совершаті пені. Равул з дружиною алчний суште помишля, хоч то будуть ясті. Кончаш туже святому молитву, узреше некоєго чоловека просто поселеніна, к ним ідушта, і же видяше скота обремененна веліїми бременами, по обоїм странам висіштімі, в них же бяху хлебий чистий і теплий, і неє садовні і вертоградні снеді. І рече преподобні Кроволу, прийміте то брашно, і не будете неверні, но верні. Вони же з радостю прияша, і удивляшеся Ревул су другі своїми глаголя. Откуду в сей пустині обретися чоловек з таковим брашном? Ми в увесь день шече, едва сему дойдохом. Подобаше обоєму в полунощі вуставшої зійти із дому, да сему всей час достигнет. Но аж ти в полунощі зійде, то как у хлеба і сі обретаються теплий, ак і всей час із пешті з'ятия. Так удивляючтеся, вопросіше чоловека, откуду есі? І кто ті посла сему? Чоловек же рече, Господин мой посла вам сія, да не алчні будете. Якда нечто єште к чоловеку оному хотяху решті, аби той со скотом невидим бисть. Ангел бо Божий бяше в образи просто чоловека явлейся. Уни же со ужасом удивишеся, і тогда яше веру словесем преподобного, паче же евангельським Христовим, еже не пищися работающим Господеві, но на промисел Божий возлегатися. Поклонившися обу со благодарением Богу ядоша і обнощеваше таму. Вутрі же во град возвратишеся. От сего чудесе разумети єст, чим питашеся преподобний Олександр 7 лет в пустині, без всякого у себе земного попечення прибиває. Тим чудом градоначальник Равул добре укріпився, і хотя без всякої молви упражнятися в богомислі, устави первий сан начальства свого, та же нача продавати імення своя, і роздавати ніштим по суізволенню жени і дештерії, сини же йому небе, їм же довольною от делі частк при питанню. Жена обус у дештермі, создавши монастир, послужив ним всем серцем Богу і угоді йому добре. Равул вся своя роздав і раби свободів, отиді в пустиню, і по неких летих взят бист із пустині во епіскопство Едеському граду, і лета довольно поживе в освятительстві, як у свет просвіщає своє стадо. Но ми к повествуванню о преподобному Олександрі возвратимся. Град, яго же верою святою просвіті святий Олександр, видя процвітающ і успівающ во благодаті Господній, веселяшеся духом, но желання серце його влечаше його в пустиню. Люди же хотяху імети його себе епіскопа і многими моленнями йому о том стужаху, не ізволяющ то же йому, і оте от ніху та й ті хотяшту, стрижаху у врат градських во дні і в нощі, отпустити не хотяште от себе отца і учителя своєго. Кошниці убу, як уже іногда святий апостол Павел, от неких учеников своїх в нощі пустинені спуштен бисть, і пойде в желаємо йому пустинної безмолвії. Ще дже 2 дні в пустині, найдене розбойническе жиліща, ємше його розбойниці і к старейшині своєму приведоша. Преподобні же богодухновенними своїми словесині токму зверонравно його укруті свирепство, но й каменосердечною жестоту його сокрушу умиленням і сотворі того верувати во Христа. І в малих днях просвіті його святим крещенням. По крещенні же вопросі його преподобні. Часо пред крещенням в уме твоєм просилися від Бога. Отвіща он. Просіх, рече, да по умовенні грехов моїх купелю святою поймет Бог скоро душу мою от мене. І рече святий, буде тебе, еже просилися.
И во осмый ден по крещении той новокрещенный не токму бани укупели святые, но и многими истинного покаяния слезами грехи свои добре умыв, представися ко Господу. То видевши и прочие разбойницы, и приступивши к святой вере, и крестившися жестоко и нося покаяние прияша, и не в долзем времени жилище то разбойническое монастырь бысть. Тие же бо разбойницы, отвергшися мира, изрядни иноцы и бывша, с ними же преподобный довольное время пожив, и иноческие уставы им закону положив, начальника искусно поставив, и целував он их у Господе, пойде в глубочайшую пустыню, радуясь духом у спасении душ человеческих. Шед же 2 дни дойде до реки Ефрата, и прешет он и обрете негде в удруженную в землю Делву великую пусту, и всели се в ней. В одни оба по горам и дебрим пустыням хождаше, на ноще прихождаше к Делве онуи. Чим же питаше се нест потребно вопрошати, и гда и ревуло с дружиною его, яко же рече се хлеб в пустыни и спроси от Бога. Живущо же ему там долгое время, начаше Богу посылающо приходите к нему братья и вселяте се при нем, хотя ще бъйте подражателями равноангельному житию его. Бъйст же пребывание преподобного на том месте 20 лет. В та лето устрои се таму при Ефрате киновия велия, собравшим се множество братии. Бяше бо всех братии до 400 от различних езиков, от греческаго, от римскаго, от сирскаго и от египетскаго, Богу толико е стадо собравшо и вручившо доброму пастирю, преподобному Александру. А еже удивителни е, немноги му пищи и одежди по печеням толико му собранию на всяк ден довольство бяше потребних. Остающа я се жени соблюдаху се на утре, но вся раздаваху приходящим нищим и странним. Промисъл бо Божий на всяк ден посилаше пищу рабом своим. Тамо в первих устави се новый, прежде никогда же боевый чин не усыпающих. Ибо преподобный Александр Перви остави седмижды днем и нощью ходить в церковь на славословие Божие, пословеси святаго пророка глаголющего, седмирици от днем хвалих ти о судьбах правды твоя. Та же размышляя и рассуждая в себе того же пророка слово сие, в законе его поучит си день и нощь, глаголаше в себе. Возможно ли е с человеку сие слово совершити делом, еже бы и в дни и в нощи неусыпно получати се в законе Божие славословия? И пак и глаголаше, а ще не бы было возможно, не бы Дух Святый рекал се го усты пророческими. И желаше в киновии своей оставить и той чин, дабы и в церкви непрестанное и неусыпное в дни и в нощи было псалмопение. Глаголаше бо, а ще невозможно есть единому человеку сего в келии совершити немощи ради плотския, то возможно многим, в церкви часами применяющимся. Тако в себе помышляше, обаче не дерзаше без божественного извещения. Воспоменув же Слово Христово, просите и даст се вам, толците и отверзеться, нача прилежною молитвою просите и толцати в двери благоутробия Христова, да подасте му известие о том, угодно ли ест тому намерение го и приятен ли будет чин той, да яко же ангели на небеси всегда, сице на земли человеци и еже в киновие го суть в ангельском чине, и в церкви яже ест земное небо, днем и нощью псалмопением славит Бога. Осем преподобни со многим пощением и со всенощными мольбами моли се 3 лета. И виси же ему Господь яве глаголя, намеренно е тобой начни, приятно бо ми есть. То Господне му явление поведа преподобни неки им от братья и духовнейши им, аки от инаго лица сказуя, по подобию святаго Павла апостола рекше го, вем человека восхищена бывше до третия го небесе, сам же той бяше. Начало босице. Раздели братю на 24 череды, по числу 24 часов денонощных, да всяк череды своя час ведая, обретается на месте пения. Беже пение псалмы Давидовой на 2 лика по стихам не скоро поемии, кроме обычных церковных правил, вняже преставаше новоуставленный псалмопение чин. И так от днем и нощью непрестанно в церкви славословях у Бога, че се ради киновия их неусыпающе и обители у прозвана бъисть. Остави же преподобни при псалмопении число поклонов на всяк день, по числу он их прощений. Ими же в Евангелии велит Господ согрешившего прощати 70 крат седмирицию, еже ест 490. И ще же и сие повеле,
да по совершение всякие службы церковные и монастырские и всякого дела глаголица словеса сия. Слава Вышних Богу и на земле мир в человеческих благоволении. Таков чин в обители своей уставив, помышляше в себе, что еще потребно к Богу угождению. Воспоминув же псаломское слово, научу беззаконние путем твоими нечестивые к тебе обратятся, глаголаше в себе. Потребно есть не точи у своем, но и у других спасений, а наипаче у нечестивых обращений пещися. А понеже в то время множество еще в оных странах идолопоклонничества бяше, умыслил бы от братьей некие послати на проповедь Христову. И избрана ту службу искуснейших и в вере теплейших братьей 70, по числу оных учеников Христовых, у них же святый евангелист Лука пишет. Яви Господь и нех 70 и посла их по двема пред лицем своим во всяк град и место. Толико и подражатель Христов Александр преподобный, избрав на проповедь Христову учеников и помолився у них, посла их по два во вся окрестное селение идолопоклонническое и поспешествува им благодать Божия молитвами Отца преподобного, яко не будще трудом их быти, многие бы отелинов ко Христу приведоша. По совершении же 20 лет своего при реце Ефрате пребывания, Александр преподобный, видя киновию свою устроившуюся добре и чин неусыпающих, и вся постнического жития законоположения утверждена, возвеселися духом и вельми возблагодари Бога. Имея же велю в сердце и ревность и желание спасения душ человеческих, умысли изыти к персидским пределам и даже нечестие эллинское умножено бяше. Избрав обо в путь с собою братьей 150, прочее же искусному старцу Трофиму вручив, в кинови игумена того поставив, мир же и благословение им дав, Ефрат реку со отделенную себе братью прейде, и к персидской стране и пустыне ядси пути, ничесо же с собою от нужных носящи, кроме книг святых. Ибо и в пути ему же хуждаше не приставаше с братьею от непрестанного псалмопения, яко же и в церкви, на два лика чередами по часам в дни и в нощи применяющиеся. Хотя же искусите терпение братьей своих, вождаше их по пустыне без пищи, едиными токмо лесными ягодами повелев им в подобающее время питатися. Неци же от них нетерпеливи, начаше роптати в себе, яко же древли израилтяни на Моисея глаголюще. Изведе нас в пустыню сию уморити гладом, и помишлях оте и возвратите се в обитель, беже таковых числом 30. Разумев же помишление их преподобни Божиим откровением, обличених яко маловерних, и веляше им вспять возвратите ся. К прочим же велим гласом рече, веру имите ми, братья, яко днес посетите нас Бог изобильною пищею и постоедит неверие ваше. Приближише се же уже к пределам персидские страны, на них же от царей греко-римских создани бяко малые, но крепкие гради, и воинство в них поставлено, стражи ради от варварского нахождения. Близ обу градов тех в пустыне преподобному с братьею шествующу, изъедоше противу их Божиим повелением от градов оних военачальники глаголимы и тривуны, всретение с хлебами изрядными и различными снедьми, и молише святаго да внидет в гради их и просветит ония, понеже множество в тех обретается бесовских служителей. Первие обо принесение пищи вкусише все с благодарением, таже преподобни тех и же бяху неци от братьи маловерни и нетерпеливы от славки новию. Потом иде в гради ония и поспешествующие Господни благодати не в долгое время проповеди о Евангелие вся приобрете Христу. В некоем же от тех градов учения его приятели хотяху, а наипаче, егда услышаше учащо у милостыни и щедром подательстве требующим, и рекоше богатие к нему. Пришели си обобожити нас. Преподобни обо от них отиде, а Бог наказа их бездождием. Три болета не бъйстим дождя, донели же познавши грех свой, взискаше преподобного, его же тогда уже в Антиохии бывше обретоша. И умолише того простите си им греху о них, и в четвертое лето дождю велю излиявшуся, бъйстим губзувание плодов земных вели, душ же их Богу приобретение. Проходя же преподобни пустыню оною, прииде ко граду Палмира нарицаемому, его же Соломон создав пустыни. В том граждане аще и християни нарицахуся, обаче юдеи бяху, с християнством ветхозаконие държащися.
Ти, увидевши приближающегося к ним Александра с братьею, затвориши пред ним врата града, глаголюще: «Кто толикое множество иноков сих напитает?» И не пустиши их к себе. Преподобний же, благодарив Бога, рече: «Благо е с надеяти си на Господа, нежели надеяти си на человека. Не будите малодушни, братие, егда бо не чаем, посетит нас Бог. Егда же отидоше от града за неколико поприщ варвари, недалече там обитавши и Богу сърца их преклоняющо, изидоше в сретение им, хлеба же и всяких благ земна их принесше, угостише их довольно. Оттуда пойде преподобни в Антиохию, Богу тако пути го управляющо на полезу многим. А може приближившо си ему с обичним непрестанно го псалмопение чином, уведал пришествие го епископ града того именем Теодот. Славно во бе име Александрово и честно повсюду. И востави дявол некие злобни и завистливие человеки клеветати к епископу на преподобного и на братьо его, яко вся елика творят пущения и моления, лицемерно творят, тщетния ради славы, да видими будут человеки. Епископ же лживия клеветей не разсмотрев, абия посла многие своя слуги с теми клеветниками отгнати от града безчестно Александра и иже с ним. В то время той честней земных ангелов лик, преподобним Александром водимый, с обычным пением уже во град вниде. После ниже от епископа усречи их во граде нападоша на них разбойнически, и кое гожду и хемше, многие налагаху раны и вне града извлачаху, а преподобному Александру яко начальнику сугубиша рани безчестия. Он же и братья его радувахуся, яко сподобиша се таковае неповинно пострадати. Разумев же преподобни вражие то бъйти коварство, многих пользе възпрепятствуват и хотящие, пак и духом подвизаема и во град нощи от тайно с братия и увниде, и обред некия ветхия пустия бани, в тех свое псалмопение совершаше. Вутрие же уведав то епископ, аще и гневаше ся, обаче и на милост преклоняше ся, и не повеле боле озлобите их, боя се не токмо Бога, но и народа, понеже все граждани антиохийстии, ради бъеше пришествие к ним преподобного, и имеяхо того яко пророка великого, на епископа же вельми роптахо за первое озлобление и безчестие от него преподобному отцу и братия мего сотворенно е. Умили се же и епископ, и благослови Александру и братия мего в ограде пребивати, и бъеше им пустея бани тъя обителию, и в малых днех граждане с уизволением и благословением епископовим церков ему создаша, и монастир устроиша. И мнози от народа своя церкви оставляющи к преподобному Александру на църковное пение собирахуся, слышите хотящи медоточные того словеса, ими же он приходящие получаше. И всех бяше дух любови огорящ к преподобному, и вся потребная подавахото му с братьею на всяк день. Они же в подобающий час пище един юденем под часе девятом вкушающие, прочее раздаваху нищим, не оставляющи на утрие. Бог же повседни руками милостивих нищелюбцев посилаше им пищу, и что потребно бяше. По некоем же времени восхоте преподобни при обители свои имети странноприимницу и больницу, и изпросив на то от епископа благословение, суверши еже хотяше. Аще бойнищ бяше, не часо же от нют имеей, обаче богатих сокровища ему бяху от верста. Всибо с радостью ему подаваху часово стребова, и творяхо с усердием то, еже он им повелеваше. И служаше больни им преподобни, и странни упокоеваше, подающим се потребним от боголюбцев, паче же от самого Бога. В служение же больни им подаваше се изцеление недугов от честних руки го, ими же байвахо сили многи, и славима и бяше Бог и го ради. А понеже зряше епископа в звание, то го некая с небрежением творяща, и войводо градскаго и иные великие сановники неправди идеющия, то го ради во или ину облече се ревност и небоязнено, аще и скротостью, обаче и с дерзостью всех обличаше, от словес Божиих получая их правди и истини, и бяше всем яко учитель и наказатель. Но не всякому тайго ревност бяше приятна, а наипаче начальнише им. И от клириков неци, аще и удивляхо се добродетелно моего житию, обаче и не видяхо того вельми, и епископа на него поощряхо всегда. И послен бъйст от епископа един злобнейши и подякон, именем Малх, со множеством слуг к преподобному, еже изгнатие го из града. И пришед Малх с яростью,
удари крепко рукою в лице святаго глаголя, изыди из града сего нечестиве. Преподобний же, яко агнец незлобиви и ничтожи ину, точи усе евангельское кротко от веща слово, беже ими рабу Малх. И егда хотяше Малхи подякон с пришечими с ним слугами боли узлобити преподобного и из града изгнати, стече се народ и сотвори се молва велика. Все бо заступаху отца святаго и братю его, едва Малх и еже с ним угонзуша от народного митежа. Епископ же множеше го изпълни все гнева, советова своеводу и такожде на света го гнева ющимся, и восхитивше нощю преподобна го изобители его, никому же от народа ведущу, прогнашето го в Халкидо. Та же и братю его разгнаше и разидоше се камо кто можаше. По времени же пак е възвръщен бъист Александър преподобни в Антиохию, понеже антиохияне тужахо по нем, на епископа же и воеводу зело роптахо. А понеже не обрете братя и своя я, не изволяше обой сам жити тамо, но отейти хотяше. Очесо му ведавше граждане, стрежахо врата да не изъйдет, любови обовели и к нему бяха удържими, и желахо да у них жителствует. Он же не к тому благоволява Антиохии бъйти, измени иноческое свое одеяние и облече се в рубище некое, и в образе нища го нощию из града изъйде. И неколико дне изшед, прииде в киновию нарицаемую Кретинийскую, и видев в ней весь чин той, и го же он во своей киновии при реце Ефрате остави. Удивляше се и глаголаше в себе, яко некто от учеников моих чин той се му принесе, и благодаряше Бога, яко в тех странах трудов его плода и показаемо. Познан же бъй стам от брати, яко Александър есть, бебо име его всюду велико, и возрадоваше се о пришествие го, издавна бо видите того желахо. Прибъв же преподобни у них некое время, пойде от туда в Константинополь, Богу призивайщо его там у многих ради спасения, и доше же с ними скинови и тоя 24 брата. И пришед в Константинополь, всели се при церкви свята Гумини, и на чаша к нему собирайте се братия. И в малых летях собравшимся до 300 братьям от различных языков, греческа го, римска го и сирска го, устрои се обители зрядна и чинни усипаещих утвердися. Вся же потребна я им смотрением Божиим посилахося, яко же яви известици отсюду. Неци от знаменитых человеков слышащи и видящи нещетно и безпечально их житие, яко во едином токмо денонощном богославлении упражняются, о земных же не брегут, ни утри и пекутся, послаше нарочно муже и в обитель тую прибъйте в ней некие дни и видите откуда имеют повседневную пищу. Разумев же то преподобни Александър, рече при мужех тех ко единому ученику. Шед, приведи мужа, отвери му настирских стояща. Шед же брат узре человека и мужта великую кошницу, полну чистых и теплых хлебов, и веде его с хлебами ко отцу. Преподобни же при всех попрошаше его, кто есть и откуда принесе хлебой. Вопрошаше же неяко сам не ведай, и може от Бога ничто же бяше отаено, но да постыдят се маловерни и спытувати життя и препитание их пришедшие. Человек же той нача глаголати сици. Хлебопродавец я съм, и займающо же мне сего дне хлеба и спещи, и висе некий муж светел, возрастом високи, чуден видением, и рече мне со властью, неси вся хлеба и ся рабом вишнего. Аз же ужасче се рекох, не вем места камо нести. Он же рече, последуй мне и идох по ним. Он же, довед ме к вратом обители сия невидим бъст. Преподобни же востав благодарение воздаде Богу. И уведа се всем велия его к Богу вера и велия у нем Божие промышление. Толико же преподобни прозорлив бяше, яко вся в братьях творима и помишляема я ведаше и наедине обличаше прилучающая се согрешения и отечески изправляше согрешающих. Имея же попечение у больных, представи четирих братья и служите им и повеле по всядни согревати укроп неких ради требувавших того в болезни. И творяху то служащи. В един же ден по случаю, или паче по Божию смотрению, да тверда я преподобна кук Богу вера яви будет, служащи и больним забъйше согрети укропа, еже преподобни духом уведав призва едина го от них, и часо ради укропа не согрееше вопрошаше. Той же,
Согрешение свое пред прозорливым отцем хотя утаить и рече, дров не имаме. Преподобни же глагола ему, почто поутру от дровах не рекли си мне, и дали изкушаеш имя, но иди, согрея си уже укроп. Шед же брат в болницу, обрете коноп полно кропа без огня кипящ и клокочущ, и удивляху се все чудесито му и вере преподобного. Смущаеме бе в то време церков Христова нестория во Йоересию и сотвори враг слух в народа, яко Александър еретик есть. В то бо време благочестие, яко Ерес вбеняше ся, Ерес же яко благочестие почиташе ся, понеже патриарх нестории и многие с ним еретичествуваху. Приведено бо бъйст преподобни на суд к зловерним Йоереси, еже неповинен бяше вопрошен псаломское провеща речение. Седоша князи и намя клеветаху, раб же твой глумляше се в оправданиях твоих, ибо сведение твоя по учение мое есть и совети мое оправдание твоя. Тай му глаголющо яви се без взивай, почто прежде време не мучиш имя и не видим бъсть. Святей же по изречение он их псаломских словес, ничто же кой стезующий ми го отвещаваше, но молчаше долу зря, яко агнец прямо стригуще му его безгласен. Суди же разгневавшися, изгнаше го от лица своего. Егда же в народе развращенном сатанисти и слузи, хотяху на него руце возложити и узлобити, он Божиим покровением защищен, прошед посреде их, идяше, и дойде цел во обители свою. В ней же много я у нем бях умоление к Богу от братии. По времени же пак и вооружи се на него враг, и востави еретики, и же не токмо его самогонно, и от братии его многие уземи и темници и уиранами премного озлобиша. Обаче вся та бяху преподобному в венец преславен, врагу же в посрамление. Прешече же еретичести и бури, поживе преподобни прочие дни своя в мире, и наконец Богу угодив, и многих души к спасению привед, представи се ко Господу в старости добрей, подвизав се во иночестве 50 лет и погребен бъйст честно. При гробе же его совершаху се чудеса. Всяким бо недугом человеческим подаваху се изцеление молитвами преподобного Александра, благодатию же Господа нашего Иисуса Христа, и може с Отцем и Святым Духом чест, слава, благодарение и поклонение, ныне и присно, и во веки веков. Амин. Конец жития преподобного отца нашего Александра, обители неусыпающих первоначальника.